когда создавался костяк Союза, нам нужно было принять какую-то основу, вот от чего мы будем отталкиваться. Мы приняли решение, что самое важное, наверное, чего нету от слова совсем, отсутствует в молдавской политике, это единство мысли, слова и дела. За любое дело, которое мы сегодня обсудим здесь, мы можем доказать, подтвердить и фактами. И предоставить факты. А у нас здесь, я так понял, что большинство общественников и политиков, они ведут какую-то такую хаотичную. Единство слова, дела, потом мысли. Или дело, мысли, слово. То есть он сначала что-то сделал, затем подумал, а потом объяснил, почему он это сделал.